Із розбитою головою повернувся Шосткинець із нічної прогулянки. Потерпілий пізно повертався додому. Зайшов до темного під'їзду, і тут на нього напали двоє невідомих. Захожу, мене тут оглушили дубинкою, стали бити, зняли браслет з руки, сумку забрали, забили і вбіжали. Встановлений діагноз тяжела відкрита черепно-мозгова травма, ушиб мозга, кровоізліяння. Состояние на фоне лечения улучшается. В Украине не было таких проблем, но, насколько нам известно, в России этот человек был ранее судим за насильственные преступления. Конечно, такие преступления, они готовятся, они не происходят спонтанно. Естественно, когда преступники собирались совершать это преступление, то они позаботились о том, чтобы у них было и алиби, и о том, чтобы это было и ночное время, было укромное место, для того, чтобы впоследствии это преступление, естественно, не было раскрыто, и они не были привлечены к уголовной ответственности.